Уже более 30 лет в начале октября в России отмечают День пожилого человека. Этот праздник имеет международный статус. Его учредила Генассамблея ООН, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам и переживаниям людей старшего поколения. В Люберцах по традиции этот день не обошелся без праздничного концерта. Зал Люберецкого дворца культуры полон людей. Каждый год в начале октября его двери открывают для представителей старшего поколения, чтобы подарить настоящий праздник для души. На главную сцену округа вышли и представители власти, чтобы выразить седовласым виновникам торжества благодарность за мудрость, жизненный опыт и духовные ценности, которые они передают молодому поколению. Хочется пожелать, чтобы вы берегли свое здоровье, вы были всегда активны, вы также продолжали общаться, передавать знания, передавать свой опыт, делиться этим всем с нами. Вы именно тот оплот, именно какая-то база, основание, которое позволяет нам сегодня взращивать молодежь, опираться на ваш опыт. Вы сегодня несете тот опыт, несете мораль, вы несете любовь. Вы являетесь оплотом каждой из вас в своих семьях. Поэтому я искренне желаю вам добра, здоровья, долголетия. Гостей праздника порадовали своими выступлениями лучшие творческие коллективы и артисты округа, в том числе и финалист популярного музыкального шоу Александр Рожников. Для своих земляков он исполнил песню, с которой он удачно выступил на первом этапе телепроекта. Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.